Друзья, а перед началом просмотра ролика я попрошу вас подписаться на наш канал. Полсотни работ в кино, каждая из которых становилась бриллиантом. Диана де Бельфор в «Собаке на сене», Наталья и Мария в «Зеркале», Миледи Вентёр в «Трех мушкетерах». Маргарита Терехова считалась едва ли не первой красавицей Советского Союза, в нее влюблялись без памяти. Казалось, так будет всегда. 8 лет назад актриса стала стремительно терять память, оказалась неспособной ухаживать за собой, начала блуждать по улицам и долго не могла найти свой дом. Сегодня Маргарита Терехова тяжело больна и уже не обходится без посторонней помощи. Врачи поставили артистке страшный диагноз – болезнь Альцгеймера. И если в 2014-м у Тереховой еще случались просветления, она с помощью сиделки даже выходила на улицу, то теперь разум окончательно оставил звезду. Она никого не узнает и почти не говорит. «Мамочка, как божий одуванчик. Совсем не понимаю, что с ней происходит», – плачет ее дочь Анна Терехова. Судя по фото, опубликованным журналом «Тайны звезд», выглядит актриса страшно.